На Ямале пройдут командно-штабные учения по ликвидации разливов нефти и нефтепродуктов. Учения пройдут в два этапа. На первом этапе органы управления и сил единой системы предупреждения о ликвидации чрезвычайных ситуаций будут приведены в готовность к реагированию на чрезвычайные ситуации. В муниципальное образование округа для отработки будут отправлены водные, связанные с разливом нефти и нефтепродуктов. Второй этап включает в себя отработку практических мероприятий. Учения пройдут в течение двух дней – 22 и 23 сентября. Что будет у нас в эти два дня? 22 сентября первый этап – это будет перевод всех органов управления, а также имеющихся сил и средств, но в основном аварийно-спасательных служб и сил и средств Министерства по чрезвычайным ситуациям в режим повышенной готовности. И также отработка практических мероприятий. На территории региона будет отрабатываться одна федеральная вводная, связанная с ликвидацией последствий разлива нефти.